Всем привет, Blender 2.91. Спасибо, что помогаете в поиске новой информации. Даже о том, о чем я подумать не мог, что такое где-то есть, да еще бесплатное. Окинуть все нереально. На вопрос, для чего я вот так все накапливаю информацию, есть у меня такая задумка в будущем сделать именно мультфильм. Ну или что-то путнее, да, такое интересное. Ну вот, чтобы потом не бегать по каналам, не искать, не вспоминать, где я что-то видел, то, что я забуду по-любому, все помнить нельзя. Для этого я создал этот канал именно как конспект. Дальнейшая информация именно от Макса Надольного. Ролик его есть на канале. Также зайдите на его канал, подпишитесь, посмотрите и задавайте вопросы, начинайте общаться. У человека очень много знаний, опыта, информации, которую он может поделиться. Итак, разберем аддон. Находим Edit, находим преференции, вписываем сюда Print английскими буквами. Print. И находим вот этот аддон Mesh 3D Print Toolbox. Ну, как всегда, ставим галочку, сохраняем или... Так, автоматически ставим здесь значок или так, Save Preferences вот этот ставим. Сохраняем словом. И вопрос в чем состоял, что персонаж очень стал капризничать при анимации, да? И нужно тут посмотреть, что с его сеткой. Я пока вот это все отключу, оставлю одного персонажа. Итак, вот такой вот персонаж, это ZeroMesh, который я делал в ZBrush. Давайте посмотрим сетку. Так, выберем персонажа. Выберем Edit Mode. Вот такая сетка. Да, вроде бы хорошая. Но для чего нам понадобится этот аддон? Включаем английскую, находим 3D Print. И вот здесь высвечивается аддон, который покажет нам все косяки вот этой сетки. Мы нажимаем Solid. Высвечивается Non-Manifold Edges, 18 Edges. Нажимаем на него и смотрим, косяки какие. Это опять же мне показал Макс. Так. Косяки. Check all. Смотрим, что он нам покажет. Вот они все. Перехлестия, там... Intersect, Zero Faces, Zero Edge, Non-Flat и, короче, ну, как это там, триангуляры и так далее, хиралы, короче, слов очень много, я их еще не запомнил. И вот вы видите, что вот первый косяк нашей, вот он. Так, L английская, Ctrl-Z, он выделяет весь объект. Находим Intersect Face. Вот это вот такая штукенция. Пересечений здесь очень много. Так, теперь что-то вот это тоже какая-то штукенция. Макс показывал. Это значит G. Вы видите, она отдельная. Так, это G тоже вот отдельная. Что она тут делает? Не знаю. Макс тоже говорит. Вот такая здесь шняга. Это вообще вот прилипшая это вершина. Какая-то треугольник. Три вершины, какие-то полигон, который отдельно идет. И вот это все можно, значит, delete. Вертексы. Вот мы их удаляем. Автоматически здесь подчищать это non-manifold. Вот этот. Ну, он вроде как полностью все не удаляет. Вот он показывает, что тут ребро какое-то. Давайте на ноги посмотрим. Вот пока вот эти ноги. И нажмем Non-Flat. Вот эти 90 штук, прикиньте. Вот этих всяких пересечений. Потом 861 какая-то штукенция тоже идет. Вот на той ноге нет, а на этой вот есть. Вот эти все полигоны, которые здесь после обрезки, я так понял, вот это все я обрезал и объединял. Но
Вот так вот ZRMS все это дело соединил. Хреновато. Надо делать сначала DynaMesh, все это дело делать однородной сеткой, а потом вот делать ZRMS. Я подумал, что настолько очень умная техника, что она поймет, как здесь все переделать. А нет. Ну, в принципе, вот многие сильно вот эти вот штуки не влияют на анимацию. Подгоняет где-то что-то, да, бывает не прикрепляется, ну от них, наверное, все это идет. Также over chat face, вот они тоже, 1521, intersect face 2506, вот они идут. Получается, там разные есть соединения, можете посмотреть в интернете. Два, ну, полигона есть, тройное здесь как-то пересечение есть, так, пятерное и так далее. Я забыл, как это все называется. Ну, я надеюсь, вы это все дело сами найдете и сами уже этот вопрос разберете, если вам он нужен. Ну, вот такой аддон. Он, в принципе, показывает, что у вас тут косяки какие-то. Ария, давайте посмотрим, что тут Ария закрывает. Вот это Ария, Clit Up, Distront, это градусы, Make Manual, выделяет что-то все. Потом нажимаем, опять же, что мы тут, Solid. И он нам, опять же, высвечивает вот этот Non-Manifold. Эджи, уже 7 их осталось. Так, опять же жмем Make Manifold. Жмем опять Solid. Вот у нас уже 4 их осталось. Косяка вот этих. Опять же жмем Make Manifold. Опять же Solid. И вот он уже все это дело не убирает. 4 штуки вот эти. Make. И Solid. Все, 4 остается. Теперь Check All. Нужно смотреть все их. Вот уже тут где-то поуменьшились. Non-Flat Face 8 стало. Intersect стал 968, а был 2000. Ну, не все проблемы он решает. Надо тут вручную кое-где, значит, перерабатывать. Так, это Export. Transform. Трансформация. Scale to. Так, если дистрокт, можно угол поменять, допустим. Так, 45 градусов. Ну, давайте поставим 34. Make Manifold. Опять же жмем Solid. Non-Manifold. Ну, уже проблему он не решает, в принципе. Смотрим, что тут еще получилось. Вот он прибавил, наоборот, было 8 тут, а стало Non-Flat Face 32. Ну, словом, я думаю, с этой штукой вы уже познакомитесь сами, где-то найдете, может быть, дополнительную информацию, как тут что. Ну, тут уже вручную нужно, словом, менять. Все, что мог этот аппарат, я так понял, он дал, он уменьшил вот эти вот косяки, но с остальными справиться не в силах. Так, если мы угол даже еще уменьшим, попробуем опять же Solid. А, сначала Destruct, Make Manual, Solid, опять Solid. Нет, не решает он эту проблему. Нужно теперь самим это дело все ликвидировать вручную. Вот вообще два он Zero Edges решил. Not Flat Face решил. Bad Contig решил. Ну, вот эти решить еще не может. Это вот так и осталось. 1502 Overhand Face. Надо переводить на русский и понять, что это такое.
Все, всем пока, до свидания. Вот такой аддон.